нас сегодня Chinese food. Салат из картошечки, огурчики, говядинка, рис. У меня тофу по-домашнему. Заглянем в мою китайскую тарелку. Здесь у меня жареный тофу. Гриб муэр. Приготовленный огурец. Я их не очень люблю, обычно они у меня остаются. Морковочка. И болгарский перец. Все это в пряном соусе. Еще заказали салат из сырого картофеля, салат из говядины, огурца и моркови, и молока. У меня сегодня тофу по-домашнему, китайская кухня. Перец. Ты мне сам объяснял, что это такое? Я уже не знаю, что это такое. Я не видел, наверное. Вы одинаковые, вы были друг другу все... Салат из сырой картошки. Нет, нельзя. Надо чуть попробовать. Говядина, огурец и морковь. Салат. А не очень такой, да? Но надо полить сюда потолечку, типа дипалей. Дипалей. Будет вкусно. Вон, вот, У мужа мясо. Мясо, да, у него? Свинина. Свинина вкусная. Можно я тебя ухожу в гриб мой? Это тофу. Хочешь? Грибовка на соке. Приступи. Огурец жареный.